Доброе утро, у нас 23 марта, весенний солнечный день, мы читаем книгу. Я из кубиков сосновых строю дом красивый, новый, ставлю кубики все выше, бах, и завалилась крыша. Помогаю кукле Соне стол накрыть на три персоны. Ставлю крошечный сервиз, ждет гостей большой сюрприз. Где кубики? Вот, где куколка? Вот куколка. Обстановка. Ночью спали. Что-то где-то грохотало, но я уже как-то начинаю к этому всему привыкать, и я, наверное, уже... Как-то меньше на это обращаю внимание, и мы спали. Окна закрыты, мы спим между стенок. Вот как мне все советовали, мы как раз спим между стен. Между комнат. Первая комната окна, там еще комната окна. И мы между этих двух комнат, между стенок, где глухие стенки, где нет вообще окон, мы спим. Сейчас... Все позавтракали, свет есть здесь, в этой квартире, вода есть, отопление есть. Надо выключать? Ну все, мы будем выключаться. Пока что у нас все хорошо. Спасибо дорогим моим зрителям, что вы меня смотрите, вы меня поддерживаете.